Привет, сегодня посмотрим, что это за посылочка мне пришла, хотя здесь написано смарт-браслет. Посмотрим, что это такое, она помечена как подарок, видимо, для того, чтобы у нас не было никаких налогов и прочее. Еще здесь, а тут, в принципе, больше ничего и не указано. Давайте вскроем ее, заодно расскажу, какие дальше анонсы вас ждут. Поехали. Так, ну что, я уже вижу, что доставочка с CDEC нас не слишком сильно обрадовала, потому что у нас ее вскрывали, эту посылку, ну и... Я тоже не буду особо тележиться. Я люблю разрывать их прям, поэтому... А, это внешний пакет, видимо, для самой CDEC. Ага, вот оно как, хитро. То есть они ее запаковали в специальную упаковку. Во, и этот пакет они открывали. То есть видели, да? Пакет был вскрытый, я его сейчас не надрывал. Смотрим, браслет на месте. Браслет на месте. Вот так называется браслетик Excel One. Почему-то здесь цифра 22, в какой-то упаковке он странный. Так, в общем, что он может? Считает шаги, считает калории, напоминания, SMS-контент, Call ID, Touch Control, Sleep Mode, жесты, USB-зарядочка и OLED-дисплей. Вот такой вот браслет. Я просил у китайца черный. Сейчас мы посмотрим, действительно ли он черный. Тут должна быть инструкция. В упаковке больше ни хрена нету. То есть, ну, все. Хватит. Так, сам браслетик. И User Manual. Smart Bracelet i+. Ну, в принципе, это User Manual, я думаю, не особо нужен. Справимся и так. И вот так выглядит браслетик. Слушайте, достаточно хорошо выглядит. Мне нравится. То есть... Если его одеть на руку, то, по идее, наверное, я что-то делаю не так, что-то делаю неправильно, потому что мне... Он сейчас провибрировал, твою мать! Он ожил, зараза. Ну, в общем, вот так вот давайте примерно нацепим его. Вот так вот он будет выглядеть. Он там что-то показывает уже, я, правда, не знаю. Во, провибрировал. Батарейка полностью заряжена, слушайте, прикольно. Я его прямо сейчас начну испытывать. Ну а давайте теперь расскажу, что вас ждет в ближайших видео. Вас в ближайших видео ждет обзор вот именно этого браслета. Дайте мне сейчас время с ним походить, я в нем разберусь, покажу вам, что, чего, как он умеет, стоит ли он своих денег. Дальше вас ждет сравнение этого браслета вместе с Xiaomi Mi Band 1S, который умеет мерить пульс, потому что должен он еще тоже скоро прийти. Вас ждет... Обзоры, в общем, еще интересных всяких новинок по поводу iPhone 5S моего. То есть я там задумал одну интересную херовину, которую я буду делать. Вот. И именно поэтому вас ждет по поводу него еще целых два видоса. По поводу именно iPhone. В общем, вас дофига чего ждет. А потом я сяду уже заниматься, собственно, самим фильмом «В погоне за грозой». Поэтому с вами был Deezer TV. Хотел сказать дезертир. Вот, ставьте большие пальцы вверх, для того, чтобы я побыстрее сделал обзор этого браслета, с которым похожу, посмотрю, что да как он умеет, именно в связке с айфоном. То есть большинство обозревает такие браслеты в связке с Android-телефонами, ну а я сделаю связки с айфоном. Такого мало кто делает на русском сегменте YouTube. Все, подписываемся, ставим пальцы вверх, читаем в Твиттере, и не пропустите тогда ничего интересного. Можете еще следить за моей жизнью в Инстаграме и обязательно вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч, пока!